предыдущих видео я показывал, как мы делаем скрытую отмостку, то есть внизу лежит профилированная мембрана, гейт-текстиль и бетонная дорожка вот красного цвета. Мы его специальным пигментом строительным затерли для того, чтобы как бы разнообразить немножко, поэкспериментировать по цветам, чтобы оттенок дома передавался на дорожку. Но он, видимо, как видно, светлеет уже. Но какой-то все равно оттенок бордовый останется. Ладно, не суть. В общем, у меня в комментариях начали писать, якобы это ваша отмостка не выдержит даже года, через следующую зиму она уже потрескается и так далее, разломается, там что только не написали. В общем, ребята, объясняю. Смотрите, мы заливаем бетонную дорожку, это у нас не отмостка, это просто бетонная дорожка считается. Отмосткой здесь является вот от начала дома, вот она в ширину 2 метра, профилированная мембрана и на нем геотекстиль. То есть тем самым она создает здесь пространство между геотекстилем и мембраной, сантиметровый там примерно, вот так вот такое пространство, для того чтобы вода, которая течет сюда вот через стену, которая спускается после дождя, как боковой там дождь, например, пройдется, и вода попадает сюда, и она как бы под вот этой бетонной дорожкой проходит, получается, вот сюда до края и уходит в траншею. Даже как в качестве примера вот заливаю сюда вот воду, допустим, вот проходит дождь такой, несколько дней там, грубо говоря, льет, вот так много воды тут у нас появилось, вот льет и льет дождь. Ну, соответственно, здесь плинтусики будут, галтели такие треугольные, для того чтобы закрыть вот этот узел. И как бы вода, которая вот здесь она зашла, здрасте, она проходит под бетонной дорожкой и идет по геотекстилю и профилированной мембраной, вот она появилась, появляется. Таким образом, мы после окончания работы здесь подкопаем траншею и подвернем в эту мембрану и геотекстиль в траншею. Тем самым вода будет уходить уже как бы в готовую траншею. Вот она появилась, видите, да? То, что мы там залили, уже через некоторое время, даже не прошло 15 секунд, она уже сюда подошла. В общем, ребята говорят, типа все замерзнет и начнет поднимать все это дело. Когда она замерзнет? Она не успеет замерзнуть, она вытекает сразу же. Если бы она не вытекала, то замерзла бы. Там тем более пространство остается. Вот этой воды, которая вот проходит под этой бетонной дорожкой, его недостаточно, чтобы она расширилась в несколько раз от своей массы и тем самым подняло бетонную дорожку. Его недостаточно будет. А зимой уже, сами знаете, это снег, она будет лежать просто здесь. Его лопатой убираешь и все, она никак не мешает. И в другом случае, то есть у нас здесь под домом, вокруг дома получается, сохраняется сухость грунта, то есть в расстоянии 2 метра от дома здесь все будет сухо, потому что вода отводится. Тем самым, как вы все знаете уже, любая частица, там песок, глина, не знаю, там чернозем, без разницы, да, в сухом состоянии она не расширяется, если даже при промерзании. Если есть некоторый коэффициент влаги, то может быть какие-то микроколебания возможны, но для этого мы сразу здесь оставили через каждые 2 метра деформационные швы. То есть вот эти плитки, они 2 на метр, они играют отдельно. Вот микроколебания вот такие вот, если даже будут, они не треснут. Почему не треснут? Потому что мы в бетонную смесь добавляли гидроизоляционную добавку. Элемент называется у нас. Элемент гидроизоляционной добавки, вот она. И также добавляли фибру. Вот она. Вот эта вот гидроизоляционная добавка, она доводит нашу... Эта гидроизоляционная добавка, она доводит нашу бетонную поверхность до водонепроницаемости W16.
А вот эти вот мягкие фиброволокна, они добавляют армирование дополнительной бетонной, скажем так, дорожки. То есть у нас тут нету сетки никакой, вот она держится только на фиброволокне. Этого достаточно. Она не дает трещины, и тем самым конструкция становится плотной, единой. И по периметру она у нас вот таким образом проходит. На каждых вот этих вот дождеприемниках, коробах есть везде деформационные швы. С чем у нас бетон контактирует, везде есть деформационные швы. Иначе бетон либо разломает, либо коробку разломает дождеприемник. Поэтому мы везде оставляем деформационные швы. Также на трубах видно вот 8-миллиметровые деформационные, как сказать, деформационная лента. Также здесь с примыканием к дому тоже оставили деформационный шов, вот, то есть 2 сантиметра. Тем самым она свободно может расширяться и сужаться, и ничего с ним не произойдет. Пигмент мы в качестве так чисто испытания посмотрели, вот каким она будет. Вот таким она и получилась. Потом в конце вот эти вот углы под 45 градусов шлифанем. Здесь также под 45 градусов шлифанем вот это все расплавим горелкой до глубины там примерно сантиметр. Потом туда будем заливать либо герметик, либо гидроизоляцию, густую вот эту мастику зальем пистолетом для герметика. В общем, такие планы. А здесь у нас будет, и вообще планировал газон, но здесь газон не выживет, потому что бетон нагревается и так далее, корни портит. Поэтому такой белый гранитный щебень сюда насыпем, такой мелкий он, и также и останется на блестеть.